Дальнесущий театр моды совместно с администрацией города Хабаровска готовит первую фэшн-премию на Дальнем Востоке. Мы сохранили название «Золотое лекало» ТОП-30. На Дальнем Востоке очень много талантливых людей, и мы с удовольствием их поддерживаем. Хотим, чтобы они заявили о себе громко, и о них узнали где-то на Западе, или они продвигались также вперед куда-то за границу, но при этом оставались с нами. Может быть, для кого-то это будет дан какой-то новый старт. О них узнают, станут люди известны в нашем городе. Сегодня мы собрались рабочей группой экспертного совета для того, чтобы выбрать достойных номинантов и распределить их по номинациям. Мнение каждого участника экспертного совета будет учтено, это очень важно. То есть сейчас происходит именно такая внутренняя подготовка. Масштаб достаточно большой, Дальний Восток, очень много дизайнеров интересных.